Эммануил Аскеров, первым из учеников музыкальной школы имени Шмелева, касается клавиш нового ксилофона. В музыкальной школе я уже занимаюсь 4-й год, это последний год, выпускной. Ну, мне очень нравится играть на ударных инструментах. Но этот ксилофон очень хорошего качества, мне понравилось на нем играть. Ксилофон привезли в Сочи только сегодня. Школа получила его по нацпроекту «Культура». Педагоги отмечают инструмент высокого качества и с ярким звучанием. Производство, кстати, отечественное. Такие же инструменты сегодня по федеральной программе получили еще 2 школы – в ауле Хаджико и в Адлере. В прошлом году по тому же нацпроекту Сочи получил 7 фортепиано. Одно из них тульского производства в школе имени Шмелева. В следующем месяце ожидаем поступления еще инструментов для наших духовых оркестров детских. А на 22-й год тоже уже приняты заявки на поступление музыкальных новых инструментов. Всего же в Краснодарском крае до конца недели 46 музыкальных школ получат 138 ударных инструментов. Это барабаны, ксилофоны и оркестровые тарелки. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ИВКТ.